Световые инсталляции и причудливые арт-объекты. В Красноярске начался фестиваль «Архварение». В течение недели студенты-архитекторы, художники и молодые профессионалы со всей России будут создавать фигуры из дерева с необычной подсветкой. Главная идея – показать игру света и тени. Фантазия творцов ничем не ограничена. В этом году им нужно создать инсталляции на тему «Город света». Объекты разместят на острове Татышев. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдут кинопоказы, выступления музыкантов, танцоров и фаер-шоу. А накануне красноярцам прочитали лекцию о природе света. Отмечу, что летний архитектурный фестиваль проходит уже в 7-й раз. Тестовое включение объектов пройдет сегодня в 10 вечера, а итоговая торжественная демонстрация состоится в субботу в это же время. У названия нашего фестиваля есть приставка такая «Фестиваль света». Приставка эта появилась потому, что мы подглядели идею, да, что нашли идею, что можно объекты и нужно подсвечивать, чтобы продлить весь этот праздник. У участников, так по списку, примерно человек 40-50, всего, по-моему, 13 команд. Эти участники – это архитекторы, студенты-художники.